Новенький санитарный автомобиль УАЗ не случайно стоит у кафедрального Спасо-Вознесенского собора, поскольку эта машина будет освящена и передана Симбирской епархии бойцам именного батальона «Ульяновск» в зону проведения специальной военной операции. Вместе с машиной были закуплены аппарат искусственной вентиляции легких, средства для перемещения раненых и травмированных пациентов, а также необходимые наборы для оказания первой медицинской помощи нашим бойцам. В первую очередь данный автомобиль предназначен, конечно, для оказания первой медицинской помощи раненым ребятам во время боевых действий. И автомобиль именно санитарный, то есть он полностью оборудован для того, чтобы в сложных полевых условиях оказать квалифицированную медицинскую помощь. Митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил чин освящения санитарного автомобиля. Спасибо, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое. Во время совершения чина освящения присутствовали начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации губернатора Ульяновской области Александр Мурашов, министр Ульяновской области Геннадий Неробеев и военный комиссар Ульяновской области Андрей Пожарский. Для нас сегодня это знаковое мероприятие и низкий поклон владыке Лонгину за вручение войсковые подразделения в зону СВО данного автомобиля. Это автомобиль непростой, это автомобиль медицинского назначения, которым будет управлять и будут управлять врачи, находящиеся в зоне СВО, дабы оказывать медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь бойцам, кто несет службу по защите нашей Родины. Хочется верить, что новый санитарный автомобиль и закупленное медицинское оборудование помогут сохранить как можно больше жизней наших воинов. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.